Карпаты. Это все, по-моему, лиственницы. Хотя я могу ошибаться. Может быть, и смреки. Нам объясняли, в чем разница, но я, честно говоря, не особенно-то запомнил. Сегодня, если не ошибаюсь, 31 мая 2015 года. Видите, какая красота стоит. Но ее я даже не обниму. Очень большая и очень толстая. О, птичка, птичка, птичка. Вторая валяется, упала. Старушка. Ну, пока все.